Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! О май гад! Мои руки! Что это за колбаски? Щит! Ой-ой-ой! Не-не-не, так-так-так... Где я вообще? Какого? Дружище, с тобой что-то не так. Оу-оу, магия! Ты поворачиваешься, хотя ты нарисован в 2D? Жесть! О май гад, мои руки, ты только глянь на них! Что здесь делать-то? Чё делать, может ты мне подскажешь? Привет, меня зовут Скрамбабелла с Дринги Паптом. Капец у тебя имечко, дружище. Полегче ничего не мог придумать. Ты можешь позвонить мне в КС. И я думаю, что ты, наверное, новый дворник. Я? Дворник? Да ты посмотри на мои руки, у меня даже пальцев нету, чтобы что-то убирать. Твоя работа проста. Возьми какой-нибудь инструмент для уборки и начинай работать. Швабра убирает лужи, а спрей убирает грязь. Удачи! Будущее Бри Блэка зависит только от тебя. Как он сказал? Капец. Да ты глянь только на мои руки, как я буду помогать этому миру! О, боги! О! Какой эффект. Я словно могу сделать солнечное затмение. Так, он сказал, щетка и спрей. Щетка и спрей. Боже ж ты мой, там еще один двухпиксельный чувачок. Не-не-не, я туда не пойду. Так, щетка. Во! И спрей. Щетка, ладно, щетка уже устала работать, ты только глянь, она упала. Ладно, берем щетку. Оу-оу-оу-оу! Это непросто. Так, что делать? Грязь. Вот, я вижу грязь. А, лужи. Лужи, щетка, иди сюда. Давай. Капец. Убирайся. Воу-воу-воу. Пошла жара. Так, и как... Уборка началась. Я могу убираться. Прикинь. Давай я тебя тоже помою. Вот так вот тебя. Вот так вот почистим тебя сейчас. А то ты грязненький. Ты вообще что, ты копейка или морковка порезанная? Ты вообще кто такой? Непонятно. Вот грязь я вижу, надо спрейчиком побрызгать. Так, все, метелку выкидываем нафиг. Спрейчик, иди сюда. Ну-ка, грязьку. Офигенно. Ништячок. Шикардос. Дружище! Прикинь, убирается. Убирается, ты был прав, надо просто убираться. Давай я тебя тоже... Щекотно, не надо. Никогда используй спрей больше на меня. Да? Ну ладно. Да. Так, тут еще где-то грязька была. О, вот это вот. Чистоган! Фух, я убрался в этом гараже. Это, наверное, мой гараж, да? Что тут у нас есть? Так, это надо выкинуть нафиг. Так, спрей, подожди. Кладись сюда. А что у нас здесь есть? Воу. И что это такое? Ладно, не буду это читать. Это неинтересно. Маффин! Маффин есть! Прикинь, блин, чё ж я его раньше-то не заметил. Круто! Я теперь буду ходить с Маффином. А он, кстати, играет, не? Слышь, ты не знаешь, он играет или нет? Сейчас. Так, вот тут кассетка была. Кассетка-газетка. Здесь нет никакой музыки? Как это так? Подожди, надо проверить. Играй! Чтоб тебя! Железяка, играй! Капец, не играет. Так, мне срочно нужно найти кассету. Это я сейчас замочу. Это надо вот сюда, в водичку. Вот так вот, пускай лежит. Так, где кассета? Что это такое? Кубик 1-4. Нафиг мне это не сдалось. Пис! Что это такое? Ты что, разговаривать умеешь, что ли? Воу-воу-воу. Пис! Когда я тебя бью обо что-то, ты кричишь пис! Пис! Так, ладно, ты мне не нужна, говорящая башка. Что у нас здесь? Снеговик! Снеговик, зачем снеговик? Нафиг снеговика. We like pizza! Мы любим пиццу! Еще одна кассета, сейчас посмотрим. Оу-е! Музичка! Так, подожди, как это? Как это случилось? Почему кассета поменялась? Мне надо вот эту кассету. Маффин на плечо и пошли смотреть на этот мир. Ты любишь пиццу? We like pizza. Drink beer. Можно выпить. Ну-ка. О, да.
Это вишневый сок, по-моему. О, ништяк. О, как, что за... Что это такое? Подожди, ну... Как у меня все белеет в глазах. О, полетела баночка. О, да. Еще. О, хорошо как. Лови банку. О, трехочковый. Попал в ворота. Так, что у нас здесь вроде бы все, да? Ох, так, хорошо, полезу-ка я на крышу. Какая нафиг уборка? Ты о чем вообще? Какая уборка? Опачки, кассета, еще одна кассета. Ну-ка, надо послушать, что это такое. Пойдем послушаем, послушаем. Может, там какое-нибудь послание. О май гад! Выключи! Надо выключить. Это Тарас, шабра. Фух. Так, эту кассету надо утопить. Срочно. Да блин, не магнитофон, кассету. Нельзя такое слушать вообще. Вот так вот, фух. Еще и прижмем. Так, еще и говорящую башку. Тоже надо утопить. Она мне не нравится. Фух. Пойду вон с тем чуваком поговорю. Эй, чувак, что мне тут расскажешь? Бинокль? Какого? Здесь лежит бинокль? Так, бинокль. Вау! Воу-воу-воу-воу! Ништячок. Так, а куда я еще могу посмотреть? Посмотреть какие-нибудь окошечки. Блин, надо повыше забраться. Так, сейчас. Не понял, кассета? Так, бинокль вон туда лети. Кассета, еще одна кассета, что тут? Дог хумор. Собачий юмор? Серьезно? Так, слушай. Какой же он громкий. Джеймс Бонд поднимается на крышу, чтобы разведать обстановку в бизнес-центре. Твою налево, там никого нет. Че разведывать-то? А с той стороны? Ага, паркинг. Не, я туда не пойду. Так, я хотел с тобой поговорить. Расскажи мне... Что здесь происходит? Привет, сир. Как дела? Интересно, мой день пройдет сегодня хорошо? Да, дружище, походу с тобой не о чем разговаривать. Какие у тебя коленки? Одно в одну сторону, другое в другую сторону смотрит. Ах. Баскетбольный мячик. Е-е-е! Баскетбол! Та-да-да-дам! Сейчас покидаем мячище. Офигеть, с первого раза попал, ты прикинь! О, корюха. Стопай, а ну-ка, из-под кольца получится, не? Югу! Вот это я баскетболист, вот это я понимаю. Блин, не докинул. Ну-ка, в окошечко, подождите-ка. Сюда. Вот так вот. Опс, нежданчик. Не думал, что я так смогу. Надо спрятаться. Надеюсь, это стекло было застраховано. Так, надо мячик утопить. Улики нужно убирать. Все. Я здесь не при делах. Я вообще здесь убирался, вы только гляньте, сколько здесь мусора. Где моя щетка, ёкарный? Эй, ой! А? Ты видел, кто это сделал? Я ему сейчас голову заору. Нет, дружище, не видел. Я просто здесь убираюсь. Мятая вата. Надо же было так засрать баскетбольную площадку. Здесь же дети играют. Ужас. Фух, вроде бы лужу убрал. Так, все почище, лужиц уже нету, осталось только грязище убрать. Вот это я понимаю, сейчас чистота и тут намутим. Спортивная площадка в чистоте. Я узнал, что у меня есть способность колобка. Хопана, йо-хо-хо-хо. Ты только глянь, какой я овощ крутой. Я еще и кататься могу. Как боулинский мячик. Шарик, или как там? Шар, как боулинский шар. О, едем на паркинг. Ё-моё, какая здесь грязюха-то. Даже тачку перевернули. Так. Там есть какая-то записочка, надо почитать. Лол, удачи перевернуть ее. Капец, я не собираюсь ее переворачивать. А что надо? Ее надо как-то перевернуть? Нет, кажись, я пойду отсюда.
Здесь делать нечего. О, кнопочка, 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 надо нажать, нажать, нажать. Ты это слышал? Это не я. Оу, май гад, подушка-пердушка. Вот эта вещь, надо пойти рассказать. А, блин, я так не могу. Все, погнали, погнали. Сейчас я покажу копеечки, подушку-пердушечку. Ты только глянь, что я нашел, смотри. На. О, сейчас. Занюхнул, да? Ладно, пускай здесь валится. На моем складе. Так, а я не был еще здесь. Что у нас здесь? О, открывайся. Да, вот так вот. О, да это туалет. Опа. Копеечка. Фу, да что ж ты. Отпусти ты крышку верхнюю. О. Копейка, печенька, копейка, я не знаю. Смотри, я тебя вроде бы нашел, это же ты, да? Кен на лбу, а не, у тебя Кен на лбу не нарисовано. И бороды нету, или что там, я не знаю. Прикинь, копеечка. В общем, надо ее спрятать. Надо ее спрятать вот сюда. Все. Жалко, это закрыть никак нельзя. Блин. Чу-чу-чу-чу-чу. Нажми X, чтобы посмотреть в камеру. Это же я. Оу, это же я. Капец. Так, управлять, конечно, сложно. Так, бинокль. О, капец, как я хожу. Я похож на какого-то мутанта. Да берешь ты бинокль. Ну, возьми бинокль. Я взял бинокль. Оу, какой занос. Жесть. Так, опачки. Там, кажется, бандит. Ну-ка, пойдем на разборочки. О, кстати, батут есть. Воу. Там есть кто? Нифига ж себе, вот это круто. Ого, это что? Это подожди, это же телескоп. Ты только глянь, какой он огромный. Надо туда сходить. Но сперва нужно разобраться с бандюганом. Ты кто такой? Я думаю, что тебя кое-что ждет на верхнем этаже этого здания. Я помогу в твоей работе, открой тебе ворота. Какие ворота? Подожди. О чем ри... Что это такое? Эй! Это же... Soiled it! О май гад, это же Спанч Боб! Soiled it! Прикинь, я Спанч Боба нашел. О, какой он крикливый. Надо его выкинуть. Нафиг он не сдался. Подожди, это же... Это же мусор! Мусор! О, сейчас. Спанч Боб, иди сюда. Мы тебя сейчас намочим, я знаю, что с тобой делать. Нет, я думаю, что в туалет мы тебя не потащим. Это слишком жестоко для тебя. Так, опа. Soiled it! Мочись, бубка! Фу, блин, Soiled губка! It! Ты же губка, намочись! Почему ты не вздуваешься от воды? Ладно, надо тебя, наверное, прижать. Подушка-пердушка, поможешь? Не помогает, нифига. Спанч Боб, ты какой-то... Не знаю. Все, короче, давай, иди, вон. Купайся. Так, нужно пробраться в здание. Наверху меня что-то ждет. Здравствуйте. Пропустите меня, пожалуйста, Да, спасибо. Да. Придется чем-то постараться как-то пройти. Так, сейчас попробуем. Нет, не получается. Значит, нужно попробовать. Тикс. А если с этой стороны? Ой, щит! Надо прятаться.